сегодня произошло чудо. Наконец-то закончилась трехмесячная эпопея с дроном, который утонул в Неве от глушилки. Китайцы, сама компания DJI, подтвердили гарантийность моего случая и сказали: тебе просто поменяют дрон, обратись к реселлеру в России. В итоге говорились с рестором, что они просто вернут мне деньги за предыдущий дрон. За это время я узнал, что FCC-версия американская технически летает дальше и стабильнее, поэтому взял ее в более расширенной комплектации за те же деньги, что в ресторе купил обычный. В какой-то степени даже повезло, что тот дрон утонул. А сейчас золотая осень, ожидайте классных футажей. Перемещаемся дальше. Никому не нужный блок. Снимаем пленочку на парковке ленты. Зачем нам тележка с продуктами? Лучше не знать. Что этот парень задумал? You know. Ну вы знаете. I make a couple of pictures for the guy whose name is Marcellus Wallace. Я делал парочку снимков одного парня по имени Марселос Уоллес. His wife, Mia. Его жена Mia. She asked me to take care of him. Как-то попросила позаботиться о нём. You know, it's definitely not the date. Это было определённо точно не свидание. Сегодня будет эпичный баттл между вот этим и вот этим. Ну интересно же про пленочку, ну интересно. Капельки, чтобы глазки были белые. Да хорошо, не маэстро. Маэстро знает свое дело. Так. Две пошли камеры. Две картинки. Покажи свой прибор. О да, детка. Ты понял. Тогда мы так и сделаем. Мы идем делать это. Ты же хотел по-английски, чтобы не было вот этого вульгаризма. Да. You know. Fucking neat, man. Fucking neat. 10-я пленка, мы переодели трусы уже 4 раза. Ты понимаешь, о чем я? You know what I mean? Да, она удастся. Откач! Было круто? Или как? Или чё вообще? Или чё? Как? Как вас зовут? Сколько вам лет? За кого будете голосовать? Почему вы не отвечаете? Почему я задаю эти вопросы?